Здравствуйте! Приветствую вас на своем видеоканале. Сегодня, продолжая серию видео «Что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже?», на примере компонента 3 метаболического синдрома, а это мочевая кислота, показать вам, чем отличаются особенности национальной охоты за вашим здоровьем и особенности национальной работы над вашим здоровьем. Как говорят в Одессе, тут две большие разницы. И в чем состоит отличие, вы узнаете в этом видео. Что такое мочевая кислота? Это очень важный компонент, по уровню которого можно оценить, насколько правильно идет белковый обмен в вашем организме. По одному из определений жизни, жизнь — это способ существования белковых тел. Со словом «существование» я бы поспорил, но принцип понятен. Без белков жизни нет. Белки, ферменты — это ключевое звено в обмене веществ. И если полноценно белки не восстанавливаются, а для этого нужен полноценный набор аминокислот, жизнь вначале нарушается, ее качество, а затем сокращается и ее продолжительность. Поэтому мочевая кислота — очень важный показатель. И если уровень мочевой кислоты у вас у нижней границы нормы, я за вас спокоен. Белковый обмен, скорее всего, у вас идет чисто. Но если он у вас реально идет. Иными словами, вы не используете некоторые особенности национальной охоты за здоровьем и огульно не исключили белки из своего рациона, либо максимально их ограничили без оснований. Я имею в виду переход на низкобелковые диеты без учета условий окружающей среды. И если у вас это состоялось, то есть еще один показатель, который объективно показывает особенности белкового обмена в вашем организме. Это общий белок. Если и мочевая кислота у нижней границы нормы, и общий белок у нижней границы нормы, скорее всего, у вас это состояние присутствует. Иными словами, вы резко ограничили попадание белков в свой организм. А общий белок — очень важный показатель. Он складывается из двух компонентов. Примерно 50 на 50. В котором альбумины — это транспортеры полезных питательных веществ, витаминов, макро, микроэлементов для активного обмена веществ клеткам. А в обратном направлении они перемещают продукты жизнедеятельности клеток. Также альбумины способны связывать токсины любого происхождения. Несущественно, они попали в ваш организм с продуктами питания, с водой, с вдыхаемым воздухом. Либо вы находитесь на лечении, альбумины любые токсины свяжут и не дадут им жестко действовать на ваш организм. Иными словами, медикаментозное лечение будет происходить плавно, без выраженных осложнений. Ну а современная экология, либо особенности вашего питания, не так жестко будут съедать ваше здоровье. Вторая часть общего белка не менее важна. Это белки-глобулины, по количеству и качеству которых можно оценить особенности работы вашей иммунной системы. Я имею в виду ее гуморальное звено, без которого клеточное звено просто бесполезно. Для того, чтобы контролировать возбудителей бактериальных, вирусных, грибковых инфекций, которые есть у любого человека с первых секунд его жизни, а также постоянно образующиеся онкоклетки, ваша иммунная система должна вырабатывать белок интерферон. Три его фракции контролируют и клетки, зараженные вирусом, и бактерии, грибки, и очень важно, онкоклетки. Если у вас нет проявлений бактериально-вирусных инфекций на сегодняшний момент, возможно, ваша иммунная система не справляется с онкоклетками. И эту ошибку в ее работе можно проверить только спустя 10-12 лет, когда опухоль вырастет до клинически значимых размеров. Поэтому общий белок не должен быть у нижней границы нормы в любом случае. Еще один вариант, когда может быть общий белок снижен, а мочевая кислота повышена, вы о нем узнаете прямо сейчас. Когда повышается уровень мочевой кислоты в крови, обычно появляется и боль в суставах. И часть людей, используя особенности национальной охоты за здоровьем, стремятся бороться с болью обезболивающими препаратами. Но напомню, уровень мочевой кислоты повышен не в области сустава, который болит, а в кровеносной системе. Иными словами, в вашем организме, во всех органах и тканях
развивается специфический воспалительный процесс, вызванный или поддерживаемый высоким уровнем мочевой кислоты в крови. И вам не с болью нужно бороться. Да, убрать боль в суставе можно. Это улучшит качество вашей жизни. Но если причина боли в суставах — это высокий уровень мочевой кислоты, номер один — это как снизить уровень мочевой кислоты. И различные способы можно отнести как к категории особенности национальной охоты за здоровьем, так и особенности национальной работы над здоровьем. И в чем отличие, вы узнаете прямо сейчас. Чтобы снизить уровень мочевой кислоты и убрать боль в суставах, одновременно многие открывают интернет. Если вы попадете на особенности национальной охоты за вашим здоровьем, вам предложат изменить pH, принимая различные ощелачивающие средства, самое простое из них — пищевая сода, либо усилить выделительную способность ваших почек. Безусловно, работа почек — ключевое звено в этой системе, но уровень мочевой кислоты как раз и показывает работоспособность ваших почек, реально оценить которую можно еще по одному показателю. Это уровень креатинина. Если креатинин у вас у нижней границы нормы, я за ваш организм спокоен. Вы эти средства применять можете. Если же уровень креатинина у верхней границы нормы, либо уже перешагнул ее, извиняюсь за такое сравнение, ваш организм хромает на две почки. Либо на одну почку, если она у вас одна. Иными словами, остаточная мощность ваших почек по очищению крови примерно 25% от исходной. Напомню, человек при рождении в двух почках имеет около 1 миллиона нефронов, а креатинин перешагивает верхнюю границу нормы, когда остается всего 250 тысяч. И вам каждый нефрон нужно беречь, за здоровье каждого нефрона нужно бороться, а не испытывать возможности ваших почек, которые уже снижены. И на какой показатель нужно ориентироваться, чтобы делать это правильно, вы узнаете прямо сейчас. Чтобы снизить уровень мочевой кислоты и убрать боль в суставах одновременно, используя особенности национальной работы над вашим здоровьем, нужно обратить внимание на общий белок. Если общий белок у верхней границы нормы, скорее всего, вы гурман, который стремится пропустить через свой организм максимальное количество продуктов с белками животного либо растительного происхождения и не знает, как их правильно приготовить, как их правильно пережевывать. И самое простое для вас решение — просто уменьшите свой аппетит. Вы уменьшите нагрузку белковыми продуктами на свою пищеварительную систему, а продуктами распада белка на почки и суставы. Продлите срок службы им и улучшите качество жизни себе. Если же общий белок у вас у нижней границы нормы и регулярно присутствует вздутие живота, урчание, скорее всего, вы не знаете не только, как правильно выбрать продукты с белками растительного либо животного происхождения, но и не знаете, как их правильно приготовить, как их правильно пережевывать, как их правильно употреблять, с чем, когда, зачем. И вам нужно более серьезная диагностика, понять причины, почему повышен уровень мочевой кислоты в крови и почему белки усваиваются в вашем организме не так, как этого хотелось бы. Хуже, если уровень общего белка снижен, а вздутие, урчание в животе отсутствует. Иными словами, в этой ситуации не пищеварительная система главное пострадавшее звено в вашем организме, а скорее всего работа печени. Печень также участница этого процесса и может в разных случаях влиять на изменение различных показателей в вашем организме. Если вам нужно больше информации, сотни видео на моем канале есть. Они посвящены так или иначе правильному питанию и улучшению работы печени, участию ее в обмене веществ. Есть книжка, опубликованная «Что делать, если у вас есть печень и почки?». Как вы понимаете, два органа имеют огромное значение в случае, если у вас повышен уровень мочевой кислоты и появилась боль в суставах. А будете вы заниматься особенностями национальной охоты за своим здоровьем, которые коротко называют обычно лечением, либо
будете применять своему организму особенности национальной работы над своим здоровьем, которую коротко можно назвать профилактикой, это уже ваш выбор. А на этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать. И пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, не забудьте поставить на него лайк. Возможно, повесить его в избранное, в закладке, чтобы уведомление о следующем видео, которое выставлю на этом канале, пришло вам в почту, и вы смогли просмотреть его в любое удобное для вас время. До новых встреч на моем канале! Крепкого вам здоровья и разумного к нему отношения! А я подумаю, какие еще особенности национальной охоты либо работы над вашим здоровьем осветить и опубликовать на своем канале.